И всем привет! Вы на канале Игромания ТВ. И сегодня я буду проходить карту Dropper IB2. Правила этой карты No Break. Break, то есть не ломать блоки. Difficulty off. Выключенная сложность. Эта карта создана It's Bojan. Bojan, или как правильно? Здесь 10 уровней. И эта карта очень маленькая. Но прикольная. Что ж, начнем ее проходить. Эта карта мини-игра, можно сказать. Скачать ее можно в MCPA Master, там же, где я сейчас и играю. И первый уровень у нас называется Пустыня. И вот здесь дроппер такой. Прыгаем сюда. Летим. Да, Малану удала карта, конечно. Я не попадаю. Первый уровень такой сложный. Надо было подождать, а уже потом отходить. Да, я попал в воду. А как выбираться отсюда? Полетом? Ладно. Сейчас вернемся тогда на спавна. Нет здесь. Поэтому я, наверное, прервусь на паузу и взлечу туда, долечу. Ну что, мы продолжаем. Вот второй уровень. Называется Unknown. Неизвестно. Но прыгаем тогда. Неизвестно, известно, неизвестно. А прыгать надо. О. Как мы пропрыгнули легко. Что ж, вот мы возвращаемся обратно. Сейвимся здесь. И третий уровень называется у нас Cave, пещера. Прыгаем, летим так. Ух. И не попадаем. Ничего, с первого раза не получается, со второго, с третьего получится, наверное. Ах. Ну, с четвертого, ну, какая разница. Ну, ладно. О, с пятого получилось. Возвращаемся обратно. И четвертый уровень называется у нас Джангл. Джунгли. Точку спауна перемещаем сюда. И летим. У-ху-ху. Не, карта реально прикольная, хоть маленькая, но очень прикольная. Да, сюда что ли попробовать? Не, не получается. Я могу, конечно, кое-как хитренько сделать, но это будет очень нечестно. Да. Так, а где я? А вот. Ох, чуть-чуть не попал. А был близко к победе. Ну ладно. Да, что-то мне сложновато пройти. Не, ну здесь возможно попасть все-таки-то, но сложно. Как видите. Уже 2 минуты, над ним бьюсь. Не получается. Я кнопку влево не нажимаю, наверное, просто. Ах.
Да, очень трудный уровень. Сложно пройти его. Можно, но сложно. Так, ладно, я схитрю, наверное, немного все-таки. Как я... А, зараза, это же я блок поставил сюда, наверное. Может, он мне мешал. Так, ну ладно, не в этом дело. Сейчас нужно как-то осторожно пройти. Сейчас у меня ХП восстановится. Я не уверен, надеюсь, наверное, я здесь разобьюсь все-таки. Да. Неудачно получилось, ну ладно. Ах, почти. Точно, мне же этот блок мешал. А я-то думаю, что такое? Ребят, ну это очень сложно, так что, наверное, я прервусь, когда пройду. Ну и вернусь к пятому уровню и засейвлюсь там. Мы продолжим. Ну что, мы продолжаем. Прошел я его на четвертой или пятой попытке после того, как я остановил видео. И пятый уровень называется «Красный гриб». Почему красный? А, там же красный. Вроде там стены из коричневого сделаны. Ну ладно. Не понимаю, что такое-то. С этой стороны может попробовать. А, да-да-да-да-да-да, я понял. Нужно с той стороны, я засейвлюсь сейчас. И пройду вот так вот. Не попадаю. Да, ну здесь, мне кажется, уже полегче. Здесь вообще обломался на таком моменте. Легком. Почему-то я не попадаю. Почему? О, я попал. Что ж, перейдем к шестому уровню сейчас. Так, обойдем сейчас как-то вот так. Шестой уровень у нас вон там. Если мне память не изменяет, да. И он называется Ice Ice. Лед, лед. Шестой уровень. Можно, конечно, считерить и пройти его по более легким способом, но я его вот так пройду. Вот так вот. И вот никак. У меня не заходит карта, поэтому я сейчас выйду, наверное. Прервусь и... А, хотя нет, я сейчас могу начать игру. Почему в Майнкрафте так сделано, что как-то... Ну ладно, нормально все, я шутил. Опа, я же попал в воду в прошлый раз. Ты что такого-то? Блин, короче, меня это бесит уже. Я никак не могу попасть, когда я прям в воду, а умираю почему-то. Это точно вода, а не лазуритный блок? Может, меня разводят? Да шучу я, шучу. Так. Ладно, короче, прервусь, и когда пройду, я продолжу. Ну что, мы продолжаем. Я прошел шестой уровень. И седьмой уровень называется у нас Dead, край.
The end, но это ж пока что далеко не the end. У нас еще три уровня впереди после него. И сейчас я с первой попытки прошел его. Жесть! Восьмой уровень, тогда переходим. На the. Называется ад. Почему без хэштега здесь только, я не знаю. Ну ладно. Так, а. Да. Я ж попал. Там же вода ж плеснула. Что за фигня? Так, я, похоже, заселюсь там, потому что мне оттуда легче пройти будет. И прыжок веры. Ух. Я попал. Да что? Почему? Как я сдох сейчас? Это что сейчас было? Ребят! Попал в воду. Так, сейчас будем девятый уровень проходить. И он называется у нас Rainbow. Радуга. Садимся здесь. И проходим. Не проходим. Ну, проходим, но вот так вот. Он легкий довольно тут для меня сейчас был. Просто летишь через одну дырку. Нет, я имею в виду вот так вот встал и как бы встал бы как бы на этом, на одном месте и летишь. Вот так, назад. И десятый уровень называется Problem 505. Проблема 505. Почему 505? Почему проблема, я не знаю. Но сейчас пройдем ее. Не проходим пока. Вот как тут пройти надо сейчас вот. Я понял, все. О, я прошел, немного нечестно, конечно, но прошел. Ну что, карта была очень прикольной, хочу сказать. Ну и на этом я буду, наверное, заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, и всем еще раз спасибо, всем пока.